соответствии с проектом строительства нового безопасного конфайнмента продолжаются работы по монтажу герметичной мембраны в районе примыкания восточной торцевой стены арки к существующим конструкциям блока В главного корпуса второй очереди ЧС. Напомним, мембрана служит разделительным барьером между внешней средой и внутренним радиоактивно загрязненным пространством. Крепление мембраны на конструкции блока В осуществляется посредством специальных металлических анкеров герметизации. В марте полностью завершены сложные работы по сверлению отверстий под крепежные детали анкеров, которые крепятся в перекрытии блока В на отметках плюс 75, плюс 72 и плюс 67. Работы велись на протяжении 8 месяцев. Всего выполнено 60 отверстий диаметром 40 см. Толщиной сверления плит перекрытия от 60 до 90 сантиметров. В процессе выполнения работ по сверлению отверстий возникали трудности, связанные с высокими уровнями радиации в зоне производства работ, большим количеством арматуры, металла и высокоактивных включений в бетонные перекрытия, что приводило к дополнительным трудозатратам и дозатратам.